Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю простое и быстрое блюдо, которое получается не только очень вкусное, но и красиво смотрится на столе, и его можно смело подать даже к праздничному столу. Половинку маленького кабачка нарезаем полукружочками. Солим, добавляем немного базилика, орегано и чуть-чуть растительного масла. Все хорошо перемешиваем. Одну луковицу нарезаем мелким кубиком. Добавляем фарш. По желанию можно добавить одно яйцо. Солим, перчим, посыпаем специями и все тщательно перемешиваем. Две сливовидных помидоры нарезаем полукружочками. Выкладываем фарш в форме котлеток. Украшаем полукружочками кабачка и помидора, раскладывая их по очередности в форме цветка. Вот такая красота у нас получается. По желанию можно по центру цветка украсить помидоры черри или маслиной. Все отправляем в духовку 200 градусов на 30 минут. Вот такая вкусняшка у нас получается. Очень аппетитная, сочная, ароматная, а на вид необыкновенно красивая. И будет великолепно смотреться на вашем праздничном столе. Кому понравилась идея, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи! Пока-пока!